ли одежда заболеть? Конечно. Ощущение чистоты – лишь ее внешнее проявление. Множество бактерий и разного рода загрязнений скрывается в глубине волокон одежды. Простое очищение не способно их полностью удалить. Здоровой одежде необходим тщательный уход. Нанометрическое стиральное мыло Хуашен обладает антибактериальным и бактериостатическим действием, ухаживает за вашей одеждой, делая ее 100% здоровой. Основным сырьем для производства нанометрического стирального мыла Хуашен служит кокосовое и пальмовое масло, а специально добавленные нанометрические материалы очищены и изготовлены на основе активной рецептуры. Нанометрические материалы, антибактериальное и бактериостатическое действие. Нанометрические материалы способны проникать глубоко в волокна ткани, вступление во взаимодействие непрерывно испускаемых ими отрицательных ионов с бактериями, приводит к изменению структуры бактерий или к перемещению их энергии. Уничтожая бактерии, оно одновременно целиком и полностью предотвращает размножение и распространение болезнетворных микробов, устраняет неприятный запах, дает одежде здоровый уход и чистоту. Натуральные растительные экстракты, уход за одеждой. Нанометрические материалы способны расщеплять крупномолекулярные группы натурального кокосового и пальмового масла и других растительных экстрактов на более мелкие, в результате чего ускоряется процесс впитывания питательных веществ волокнами одежды. В то же время оказывается высокоэффективное очищающее действие, что дает возможность одежде получить полноценный уход и повысить ее прочность. Нанометрическое стиральное мыло является нейтральным, а поэтому не вредит коже. Предупреждение возникновения статического электричества и дополнительная энергия биофотонов после очистки делает одежду значительно мягче и удобнее. Она сверкает, как новая, свежесть будет сопровождать вас всегда. Здоровье будет вечно следовать за вами. Нанометрическое стиральное мыло – специалист по уходу за здоровой одеждой.